Привет, ребят! У вас когда-нибудь была пара отличных наушников, из которых вы мечтали сделать колонки? Наверное, нет. Но вы можете! Это Tembo Trunks. Они стоят $30 и, по сути, это просто два куска силикона. Идея здесь довольно проста. Например, когда вы хотите увеличить громкость вашего телефона, вы можете поместить динамик в стакан. Здесь используется такой же принцип. Просто не электрическое усиление звука. Упакованы они довольно хорошо. Поставляются прислоненными друг к другу. В таком виде динамики занимают меньше места. К сожалению, работают они только с наушниками-вкладышами, что отсеивает 90% потенциальных клиентов с наушниками другого типа. Так что я приобрел дешевые JVC Gammy, которые стоят порядка $6 за пару. Установка очень простая. Помещаем наушники в специальное отверстие, подключаем их к телефону или плееру и включаем музыку. Также можно поэкспериментировать с расположением динамиков для усиления уменьшения стереоэффекта. Звучат очень и очень хорошо. Стереоэффект также очень впечатляет. Но есть огромный недостаток, который вы, наверное, и сами заметили. Это громкость. Честно говоря, я был настроен скептически с самого начала знакомства с динамиками. Если подумать, то наушники выдают лишь часть мощности нормального динамика. Как могут эти силиконовые накладки усилить звук хотя бы до такого же уровня? Это очень спорный продукт. Идея хороша – быстро и просто сделать из наушников портативные динамики. И, быть может, имея они питание, то это бы получилось. Но здесь использована примитивная схема усиления, и продукт уж очень прост. Они даже не выдают и четверти громкости приличного телефонного динамика. В тихой комнате звук едва слышен с другого конца комнаты. Пожалуй, это самая бесполезная вещь, которую я когда-либо обозревал. Вот и все. Это были Tembo Trunks. А что вы думаете о них? Пишите в комментариях. С удовольствием заключаю, что это совершенно не крутые технологии. Спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал. Увидимся!